Снова приветствую вас, дорогие друзья, и в этом очередном ролике я хотел бы познакомить вас с новым проектом под названием Binaero. Ну что ж, давайте не будем тянуть и сразу же перейдем к обсуждению. Созданная UTC World Corporation, Binaero представляет собой новую экосистему, разработанную для нейрорекламы. Это система искусственного интеллекта, построенная с использованием машинного обучения, больших данных, генетических алгоритмов и единого анализа спектра. Это искусственный интеллект или нейронная сеть, которая может учиться и накапливать опыт самостоятельно. Binaero — система, разработанная командой специалистов с многолетним практическим опытом в онлайн-маркетинге, прикладной математикой и программировании. В принципе, если говорить очень коротко и понятно, то Binaero делает рекламу более эффективной. Когда Binaero получает данные о новой рекламной кампании, система анализирует их и находит целевые изображения наиболее эффективных учетных записей среди похожих в аналогичной области. Специалисты Google разработали эффективную, но сложную систему искусственного интеллекта, которая стала превосходить человеческие способности в своем понимании. Кроме того, каждый целевой сегмент в Google AdWords, как и в других PPC рекламных системах, соответствует основной иерархической групповой системе. MCC аккаунты, аккаунты, компании, группы, ключевые слова, объявления, каждый из которых включает от 20 до 60 параметров, соответственно, может принять от 2 до 150 значений. Например, когда Google AdWords генерирует рейтинг рекламной кампании для одного ключевого слова или фразы, он использует сотни параметров, а не только какие-то общие, такие как CTR, CPC, стоимость, качество, взаимодействие, оценка качества, конверсия, которые в основном ориентированы на рекламное агентство, для профессионалов созданы. И, например, даже какие-то простые задачи, вроде декодирования важных параметров, таких как CTR, для парольной фразы, могут отличаться в зависимости от других параметров и их корреляции, а также иметь уникальный временной цикл для каждого объявления кампании. Человек не может физически обработать большое количество параметров, особенно если это нужно делать регулярно. Давайте сейчас поговорим о преимуществах и особенностях Binaero. Первая особенность Binaero — это искусственный интеллект, а точнее нейронная сеть, которая может учиться и накапливать опыт. Система становится умнее с каждой новой рекламной кампанией в интернете. Вторая особенность Binaero заключается в том, что она учитывает тот факт, что высококлассный эксперт в интернет-продвижении способен сделать максимум 100 рекламных кампаний в течение года. Binaero же, которая провела более 80 тысяч рекламных кампаний PPC на Google с 2009 года, может по человеческим меркам стать цифровым экспертом с опытом работы в 800 лет. Третье преимущество. В ходе кампании Binaero учитывает 1000 параметров для небольших клиентов и до 300 тысяч для крупных интернет-магазинов, а также реагирует на изменения ситуации в режиме 24/7. Четвертый пункт. Binaero не только содержит функцию нейрооптимизации, но и вдобавок систему экспертных оценок. Система хранит библиотеку целевых изображений из наиболее географически успешных и связанных с отраслью компаний. А когда появляются новые клиенты, Binaero немедленно переключается на аналогичный опыт. И последняя, пятая особенность Binaero. Использование Binaero позволяет повысить эффективность PPC компании как минимум в 50-80% случаев, и этот параметр растет с опытом работы системы. На этом будем заканчивать этот обзор. Информацию о токене, также много полезных ссылок, как всегда, оставлю для вас в описании.